Доброе утро, друзья. Не обращаем внимания на мой Face ID, потому что я отекла капец просто вообще. У меня здесь... Я на ночь вчера окрошку съела. И, возможно, по этой причине я и отекла. Ничего страшного. У меня есть продукт, которым я могу вывести воду быстро. Процесс запущен, так сказать. Я еду в Новороссийске. У меня пришла заявка с Геленджика в Новороссийск со стоимостью 770 рублей. Очень серьезная стоимость. Вообще, чтобы вы понимали, стоимость трансфера с Новороссийска до Геленджика и из Геленджика до Новороссийска в районе 1500 рублей. Вот. Не знаю, как будет в этом году, но в том году было вот примерно так. Ну, а я буду возить минимум за 2000 рублей. Ну, как бы я в свое время ценю, поэтому могу отвезти, но минимум двушка. Особенно сейчас в летнее время, ты очень много времени на это тратишь. Ну вот, допустим, да, я как работник такси, можно так сказать. Я там за эти 1.5-2 часа, пока я еду и везу людей в Новороссийск, потом обратно, я могу заработать и 3-шку. Поэтому вот так вот. Дождик идет, хмуро, серо. Ну, на улице не холодно. На улице не холодно, это самое главное. Сейчас градусов, наверное, 18. Сегодня обещают максимум 21 градус. Ну, соответственно, я думаю, что на солнце градусов больше не будет. Потому что солнца нету. Так, что происходит? Едем в Новороссийск. Тьфу, господи, едем в Геленджик. Дальше работать. Сегодня хочу уделить время работе. Погода нелетная. Прогулочки уже сегодня, наверное, не актуальны. Но посмотрим. Все может разгуляться. У нас же в Геленджике погода может поменяться 3 раза за день. Поэтому подождем, увидим. Сначала отсюда? Ролик снимаем с пацанами. Да. Ну-ка покажи, что у тебя там такое. А, это у меня новая коллекция летняя Бен Бенсон. Да посмотрите, какое качество, да? Шелк. Вообще, хлопок, вот нифига себе. Полированный. Это шелк, видишь, какой блестящий, очень приятный, легкий, тактильный. Так, ну что, снимаем? Да. Так, ну что, мы отсняли ролик. Это был Рахим. Кристинин супруг. Все, я поехала дальше работать. Поехала работать в такси. Надо поработать мне. Скоро отъезд в Москву. Платежи. И поэтому... Да тем более идет дождь. Идти некуда. Хотя мне есть всегда куда идти. Так-то. Но я попробую поработать сегодня. С кайфом. У нас дождик прекратился, слава богу. Вроде более-менее распогодилось, но на улице тепло, несмотря на то, что такая хмурая погода, на улице реально тепло. Ой, немножечко зеваю. Я приняла, значит, такое решение. Поеду, посплю немного. Время что, 12? Ну вот, до 2 посплю и поеду работать. Прикольно я придумала, да? Машин тут. С
кайф. Так хорошо распогодилось. Березы растут. Здравствуйте, ко мне. Садитесь. И у нас, смотрите, просто вишня красная. Это здорово. А я поехала. Так, ну что, в центре движняк. Погода распогодилась. Народ вышел гулять под вечерочек. Ярмарка опять на Платановой аллее. Если я не ошибаюсь, она приехала на 2 недели. Но это не точно. Я просто, когда делала свои коврики, я хотела тоже выставляться здесь. Но мне сказали, что нет. Нифига. По той причине, что это не уникальный товар. Материалы я же не сама создаю, поэтому... Так, пришла заявка. Блин. Да, поехали. Короче, вот заявочка. Островского 29. Это у нас... Вот этот дом. Вот тут вот. И на светофор на Тельмана, туда наверх. Короче, близко. Близко, но очень неудобно мне сейчас. Я с правой стороны, а мне забрать нас с левой стороны. Так, надо что-то думать. Разворачиваться надо где-то. Там еще не встанешь нигде, блин. Не люблю из центра забирать людей вообще по максимуму. Особенно летом сейчас будет здесь трэш из машин. Декоративная ягодка. Есть ее нельзя. Просто декоративная. Цветы. Всякие разные. Розы. Черешня, огромное дерево. Сирень, я так понимаю. По листьям. Идем работать. Итак, дальше. Дорогие друзья. Хочу вас позвать на марафон стройности, который стартует у нас каждое воскресенье. Призовой фонд за лучший результат, похудение, соответственно, 5000 рублей. Проходит в онлайн формате. У нас есть новые фотографии результатов наших участниц. Я вот сюда обязательно их прикрепляю, чтобы вы видели наглядно, как девчонки у нас за неделю худеют. И вас обучат полностью питанию, полностью составят рацион. То есть даже если вы самый заядлый лентяй в жизни, вас смотивируют и научат таким образом, что вы сдвинетесь с мертвой точки в плане веса. Поэтому не стесняйтесь, пишите, я вам все обязательно расскажу. И ссылочки я оставлю на чат, ссылочку оставлю в описании под этим роликом. Заходите туда, ознакомьтесь с правилами марафона и все, вступайте в наши круги. Я сейчас также прохожу марафон. Я похудела уже на 8 килограмм. И в следующее воскресенье, соответственно, я заступаю на новый марафон уже вместе с тобой. Поэтому окажу полностью поддержку, заряжу просто мотивацией такой, чтобы вы все-таки, как ни крути, были красивыми, здоровыми. От лишнего веса у нас идут все болячки.
Поэтому, девчонки, не стесняйтесь. Парни тоже у нас заходят на марафон, тоже хорошо худеют. Вы получите обалденный результат. Просто обалденный результат за неделю марафона. Я вас в этом просто уверяю. Я получила этот результат. Много девчонок получили результат. И все безумно благодарны. Поэтому заходите в наши чатики. Ссылочки все в описании под роликом. Мой телефон также в описании под этим роликом. Можете писать мне лично и задавать вопросы. У меня опять очень интересное положение. Я отдыхаю. Я, короче, утром вышла, поработала, потом пошла домой, поспала. Потом опять вышла, поработала. А сейчас опять поспала. Ну, в смысле, не спала еще, собираюсь только. Время-то уже 9. Очень активно мне стали писать по поводу бронирования жилья на сезон. Я думаю, что народ все планирует ехать уже. Хоть у нас и не пришло в полной степени, да, лето, но все же уже как бы лето на улице. Уже черешня краснеет, вишня. И Инжира просто куча. Я почему-то думала, что он позже созревает. А просто на деревьях там такие огромные ягоды уже. Ну вот. А так как Алинка у меня едет в санаторий 3 июня, я ее повезу в Анапу. 3 июня буду в Анапе. Надо проходить, завтра, наверное, пойду проходить больничку. Ну, там справки надо от дерматолога, от терапевта, такое, что готовность. И все. И ребенок у меня отчаливает на 20 дней. Как раз я в этот промежуток, пока она будет там, спокойно съезжу в Москву на день рождения компании. Все удачно, видите как? Все удачно. Так что все, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всего хорошего.